Подкаст. Что нужно понимать для принятия решений? В жизни не так много есть моментов приятнее, чем распаковка той вещи, о которой вы давно мечтали. Вещи, к которой стремились, любыми доступными способами. Это может быть новая гитара, спортивный тренажер, инструмент, новый автомобиль или даже дом. Доставая посылку из коробки, люди чувствуют волнующие покалывания. Когда представляют себе, как будут пользоваться этим. Как оно будет приносить ежедневную радость. Ведь они столько времени мечтали получить желаемое. Это точно станет той вещью, которая многое изменит. Но, позже оказывается, что любимая гитара лежит в кладовке, тренажер пылится в гараже, купленный пилой, вы работали всего два раза за год. В машине нужно менять масло и вовремя устранять поломки деталей, а в частном доме теперь следует косить траву, красить садовую мебель и подстригать деревья. Что случилось? Почему так? Куда делся первоначальный азарт? Все очень просто. Когда мы представляем себе, каково будет начать новую практику, сформировать новую привычку, вычеркнуть пункт из списка желаний, мы видим удовольствие, но невыполняемую работу. Мы видим изображение, в котором все трудности и суета были удалены, а остался только результат монтажа, наши желаемые награды. Купить тренажеры и ежедневные тренировки – это разные вещи. Стать владельцем хорошей пилки и стать опытным мастером по дереву – это не одно и то же. Чтобы овладеть мастерством, потребуется много регулярных усилий и работы над собой. Для постановки цели нужно только ваше желание. Для достижения цели требуется дисциплина и много труда. Именно данный фактор часто становится причиной разочарований и неосуществленных задач. Задач, которые так и остались просто мечтами. Когда дело доходит до самоотверженности, люди часто не понимают, чего они на самом деле хотят. Многие хотят получить высокую должность, чтобы гордо называть себя шефом. Но, в этот момент они, как правило, не задумываются над тем, что вместе с властью приходит ответственность, а быть хорошим руководителем, для этого недостаточно одного лишь желания. Еще требуется обладать определенным набором качеств и талантов. Умение быть последовательным, сдержанным, быстро анализировать, стойко выдерживать критику, быть справедливым, уметь разрабатывать результативные модели и многое другое. Эйфория проходит, когда этот груз ежедневно ложится на плечи, когда требуется принимать важные решения и отвечать за последствия после них. Сделать ребенка – это быстро и приятно. Стать настоящим отцом – это ежедневная работа и любовь, которую нужно вкладывать в свое маленькое продолжение. Попробуйте. Напишите свой список желаний на листочке. Но, когда будете мысленно взвешивать потенциальное предложение, задайте себе вопрос, нравится ли вам конечный результат или процесс его достижения. Затем, добавьте желание к своим реальным планам, только в том случае, если заниматься этим вам нравится больше, чем конечный результат. Думайте о том, что предстоит делать, о процессе, а не поверхностно, о финише. И еще, раз и навсегда запомните для себя золотое правило. Оно звучит примерно так. Хотеть и мочь. Это разные вещи. Ты хочешь сделать ребенка или стать настоящим отцом для него. Отличный топор – это не только сидеть возле костра, но еще и каждый раз колоть дрова, когда вы хотите согреться теплом от огня. Вот, что важно понимать в момент принятия решений. Это все. Спасибо за просмотр, лайк и подписку.